мама говорит, а я болезненная очень была. Я еще, тем более, в России приехала или с эвакуации, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. Вот. В смысле, вас загнали туда? Нас сразу загнали. Пойдемте, я расскажу. Да, сейчас быстренько прихвачу, так что на пол дивана оставили нам одну лошадь, поросенка и корову. Нам оставили маму как за сторожа оставили дома. И вдруг ночью приходят, а вечером выходили и смотрели, как стреляют. Так на горизонте вот снаряды вот так летят. Мама говорит, смотри, говорит, вот огоньки, это, говорит, снаряды летят, все это самое, стрельба идет. Или Одер река. Еще забыла теперь уже. Эльба. Ну вот я не знаю, от какой реки мы недалеко были. И это самое. Вдруг ночью стук. Вот. А там же, ну, ночью-то темные. Вот. Мама выходит, офицер немецкий. Вот. Ну, стал спрашивать, мама тоже на немецком была. Ну, мы все прекрасно говорили на немецком языке. Вот, он спрашивает, говорит, а где хозяйка? Мама сказала, говорит, мне надо поместить своих солдат ночевать. Она говорит, я без бургомистра не могу разрешить. Вот. А у них бургомистр был, хозяин. Вот, они, где он? Ну, они пошли туда, сходили к нему, съездили, вот, приехали, бургомистр приехал и говорит, пустите в дом, вот, значит, я разрешаю, потому что солдат очень много прибежали, кальсонов. Они спали, и стал... Наступление, в чем было? Да? Да, в чем было, в том прибежали к нам. И вот воинская часть у нас стояла. На хуторе? На хуторе. Потом, недолго это было. Как они себя вели? А они, вы знаете, вели очень культурно. Они, во-первых... Там вот такое, что к маме приставали такого? Нет. Маму они не трогали, потому что бургомистр сказал, что мама оставлена за хозяйку в этом доме. Вот. И чтобы их не трогать. Вот. Вся наша семья была. Нашу семью они не тронули. Значит, и это самое, спрашивали разрешение. Полы они все застелили, чем попало. Чтобы только полы не поцарапать. Не поцарапать, ага. Вот. Но они недолго стояли здесь. Это приехали СС. Они же очень мало времени всегда давали. А эти были, как бы, я не очень понимаю, эти вермахта были, да? А это воинская часть была. Угу. Вот. А СС это другая история, а, да? А СС это уже другие, это бандиты. Вот. Вы пришли, это самое, за столько-то, за 30 минут собраться и поехали. Вам? Да. И... Тут ни офицер, ни это, ни главный с этой воинской части, они им никому не подчинялись. Вот. Ну, мама собралась, а все это, у нас вещей-то было там много. Вот, быстренько собрались, солдаты зарезали поросенка. Уже не надо было разрешения бургомистра, ничего, да? Да, ну, поросенок наш был. А-а-а. Они зарезали поросенка и сразу нам отрезали с собой. А, то есть вам хозяйка как бы разрешила вести свое хозяйство? Да, да. Ваш личный поросенок уже, это, да? Она нам лично оставила поросенка, корову и лошадь.
Вот. Ну, мы погрузились, поехали, вот в какой-то город приехали, в кинотеатр. Вот, выгрузили свои вещи, лошади куда-то забрали. Тут уже совсем другое, тут уже война пошла. Вот. Я сегодня до зари встану, по широкому пройдусь полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной.